И всем привет! Мы никакие фанаты. И сегодня мы идем искать место, в котором я был с прошлой осени. Да. Сейчас мы пойдем. И да, очень долго не было видео, я это понимаю. И я не знаю, я просто спонтанно решил пойти в лес, найти то место, куда я приду с колонкой, буду слушать музыку. И нифига же это видео вам не запишу. Но зато будет хоть какой-то контент. Потому что на моем канале очень давно не было видеороликов. И это очень плохо. Очень. Я пытался что-то снимать в ТикТок. Ничего это не зашло. Короче, я решил вернуться опять на истоки Ютуба. Так вот. Мне очень некомфортно сейчас говорить. Просто с... как бы самим собой, как я очень долго не писал видеороликов. Да. И о чем бы с вами поговорить? У меня вопрос. О чем бы с вами поговорить? Давайте поговорим о том, как прошло мое лето. Да. Потому что оно было шикарно. Весной, где-то с марта, у нас начался карантин, да, и после чего я очень долгое время не знал, что себе делать, и сидел, выбирался новый аппарат, чтобы кататься. Так вот, мы поехали его смотреть, его в наличии не было, после чего мне сказали, эта хрень очень дорогая, квадроцикл, то есть, и мы тебе его не купим. Я такой, ну лады. И мне предложили выбрать питбайк. 125 я сразу отбросил, как у меня на квадроцикле стоял двигатель от Альфы. 110 кубов. Да. И я понял, что 125 мне будет мало. И в принципе я был прав. Потому что я после покупки мотоцикла взял у друга 125-ку, покатался. И это крайне мало. И поэтому я купил себе 150-ку BSE 19-го года. Точнее, с горизонтальной головкой. Так вот. Я очень долго... Ну как... Долго это недолго. Учитывая, как работает наш магазин мотозапчастей, это очень недолго было. Потому что мне до сих пор не пришла моя запчасть, которая сломалась. Это потом. Так вот, мне он пришел за 6 дней. Купил я его за 83 тысячи. Откатал на нем почти месяц. Мне он пришел какого, по-моему, 9 числа. И я, конечно же, с первого дня стал давать на нем газ в пол. И нет, это не головка или что-то там. С этим все прекрасно. У меня сгорел статор. Просто сгорел статор. Да, вот так вот бывает. Так, по-моему, не туда пошел. Так вот, мы поехали в тот магазин, где мы его покупали, заказали его, и, как вы можете понимать, нифига ничего не пришло. Мы позвонили им, они позвонили, получается, как он называется-то, так, нам сюда, поставщику, вот. И поставщик им сказал, у меня нет этой запчасти, и мы до сих пор деньги не забрали. Уже идет второй месяц, как у меня просто стоит мотоцикл. Да, у меня есть пару обрезков видео, где я катался один, без друзей, потому что я тестировал камеру. Так вот, я второй месяц уже без мотоцикла, мне пипец скучно. И после, кстати, недельного катания на нем у меня получилось так, что мне 150-ки стало мало.
И я решил, блин, паутина. И я решил для себя, что я сейчас делаю свой мотоцикл, то есть питбайк, и выставляю его на продажу. Кто из Сургута, можете его купить. Но навряд ли кто-то будет смотреть из Сургута, потому что на нем 30 моточасов я в общем накатал. И кроме статора на нем ничего не было. Чего так много паутины? Прям очень много. Так вот. Сейчас придет статор. Я докатаю этот сезон и выставлю его на продажу. И после этого куплю себе Motoland XR 250 Lite. Это двухместный мотоцикл с 250-кубовым мотором. Модель мотора не помню. На колесах, по-моему, 21, 18 или 17. Или нет, 18. И я не туда пошел, по-моему. Так, ладно. Погуляем. И после этого всего я уже опять буду снимать покатушечки. Да, которые я до сих пор так и не выложил. Да, это нифига не то место. Я не помню, где это место. Потому что там был... Так, там, по-моему... Давайте туда. Вот. И, короче, все как всегда. Я в пролете, у меня, как всегда, горит статор. И на этот раз, как всегда, у меня сгорела... Ой, паутинка. Так. И на этот раз у меня опять, как всегда, сгорела катушка, как последняя, которая именно мелкой перемотки. В принципе, я не удивлен, что он сгорел. У меня на квадроцикле она горела, на альфовском двигателе. Я не понимаю, как это происходит так, что она сгорает. Мотоциклу еще не было месяца, а уже... Ладно, питбайку не было месяца, а уже сгорел статор. Меня прям очень удивляет этот фактор, что он горит. Я думал, ладно, если бы он даже сгорел, буквально через сколько? Примерно так. Давайте посчитаем. Вот в августе... Ой. Не в августе. А, да, в августе. Если бы он сгорел в августе, я бы не был против, а еще меня достала эта паутина, которая по всему лесу из ниоткуда. Так вот. Если бы он сгорел в августе, я бы еще не был так против. Как бы мотосезон все равно скоро закрывать, а я уже накатанный, мне все равно. А тут получается так, что я ни хрена не накатался. Статор разгорел и все. По-моему, давайте сюда. И я уже второй месяц сижу без запчасти. Да. По-моему, вот то место. Или нет, или да. Короче, насрать. Вот так вот. Так, сейчас. Так вот. Я не накатанный. Я хочу кататься. Мой друг, который купил себе питбайк BSE 125-ку, у него что сломалось? Ну, пружинка флажка сцепления. Все. Я с двигателем все нормально. Все просто у него шикарно. А у меня, вы как понимаете, нет. Да. И поэтому мне приходится вот так гулять по лесу, искать это грёбаное место. И я не могу его найти. Мне кажется, я опять не туда пошел. Потому что я отсюда уже, по-моему, и пришел. Ну, тут опять чьи-то следы. Да. Вот так вот. Я даже вот когда катался на питбайке, я вот до сих пор не мог найти никак. И не понимаю, с чем это связано. Окей, еще раз идем сюда. И опять мы на том же месте. Черт. Ладно.
Хорошо. Так вот. Я надеюсь, что Motulen XR250 Lite у него не сгорит за месяц статор. Даже меньше месяца не сгорит статор. Если он сгорит за почти месяц, то я невезучий. Очень крайне невезучий. Потому что мне в мототехнике в последнее время очень не везет. И я не знаю, с чем это связано. Такое ощущение, как будто мне вот все говорит, типа, нет, не катайся. Тупо не катайся. И я все равно хочу кататься. Нет, пойдемте сейчас сюда. И я катаюсь. Стараюсь. Я сейчас опять заказал статор уже с другого места. Потому что прошлый статор, который мне недавно пришел, которого я заказал, по-моему, 24 или 26 июля, он мне вот недавно пришел. И он оказался неподходящим, потому что у него перемотка была только на зеленый провод. И она шла в непонятно куда. И на другие провода вообще не выходил. Из-за этого он нерабочий, и мы его сейчас перематываем, что я потом покажу. Ну, что-то. Нифига у меня не получается найти то место. Типа, вот брод, выкоп этот, разделение. А место я что-то не могу найти. И не понимаю, почему. Ну, ладно. Надо выйти к дороге. Ау. И от дороги уже искать его по левой стороне. Как мы его искали только по правой стороне. А еще и с левой же стороны. И я что-то пошел очень коварным путем. Надо будет тут покататься. Еще разок. Ой, мох. Все как говно. Все как я люблю. Так. Вопрос в другом. А, вон дорога. Все. Нет вопросов. Так. И что же я буду делать, когда найду это место? Я же, по-моему, сказал, да, что я иду с колонкой. Вот. После того, как я пройду с колонкой, я отведу свою душу, посижу. И да, я купил себе патибокс 100. А брат себе купил патибокс киловатт. Вот, все круто. И знаете, соточка по сравнению с киловаттом — это небо и земля. Ее вообще не слышно, когда играет киловатт. Видео я потом отдельно запишу. Не в этом сегодня видео буду показывать. А потому что это видео затянется настолько долго, что я себе не представляю. Может, вообще зимой выйдет это видео про киловаттную колонку. Это мы посмотрим. Так вот. И на этом, пожалуй, все. И нет, не все. Мы еще не нашли то место. Как-то машины ездят. Я бы туда даже на квадроцикле не поехал. А до этого, кстати, у меня на квадроцикле стоял 50-кубовый мотор на автомате. Потому что это очень детская хрень. И даже с мотором 110 кубов мне на нем было сидеть крайне неудобно. И, по-моему, кстати, я нашел ту хрень. Но это не точно. Точнее, место. Тут какая-то тропинка, я по ней иду. Да ну, я нашел это место. Серьезно. А что с ним стало? Ух ты. Ух ты. Вот это ништяк. И я опять вляпался в паутину. Ну, не суть. Ой, что-то не хочу с колонкой идти. Но я нашел это место. Грустно, что оно все сломано. Да. Теперь как бы мне его запомнить, что мне нужно идти сюда.
Мне интересно, кто это все пилил. Какой деградант. Но не суть. Ой, это мы тут жгли провода. Да. Мне надо сейчас как-нибудь запомнить тропинку, чтобы потом прийти до этого места и знать, что вот сюда мне поворачивать. Ой, дятлы стучат по дереву. Я думал, это белка там падает. А нет, это дятел. Вот эта тропинка, которую мне нужно запомнить только как. Пеньком. Так. Синяя полоска. Ага, срубленный пенек. И я знаю, что сделаю. Я возьму эту баночку. И где пенек, положу на пенек. Что будет говорить о том, что здесь надо повернуть. Но не факт, что это тут сохранится, поэтому надо что-то другое. Как насчет бревнышка? Сейчас подождите секунду.